Привет, друзья, подписчики мои. Нахожусь сейчас в торговом центре Casino Park и сесть, пойдем сейчас посмотреть игрушки в магазинах. У нас есть магазин «Фамилия», глянем там. Есть «Детский мир», есть еще здесь «Тойру», в котором я работал, ваш покорный слуга. И на первом этаже еще есть магазин этот. Окей, погнали. Начнем мы с магазина «Тойру». Сейчас мы зайдем, поздороваемся с Тимати. Тимати, привет. Мы зайдем, посмотрим, что здесь есть нового. Здравствуйте. Привет. Привет. Я у вас видос подсниму, ладно? Да. Ребята, смотрите, это же сын Женьки Плющенко. Куча всего интересного, скидочки, акции. Акции есть, да, у вас? Да, да, да. Кораблики можно сделать 3D, смотрите. Скритчеры. А, ребят, что интересно, если вы увидите, пишите, сделаем обзор. И будет круто. Бейблейдики новые. Машинки на пульте, полно машинок. Почему, когда я работал, не было столько машинок? Это, я считаю, нечестно. Огромный выбор Лего, просто космический. Проверь совместимость. Смотри, еще можно совместимость проверить. Офигеть. Настолки Хасбро. Пойдем к Хот Вилсикам. Блин, как же много и как же дорого. Смотри, парковка с акулой стоит 11 тысяч. С гориллой стоит 20. Трансформеры, еще Hot Wheels, машинки Велли, тут у нас что, Фортнайтикус, слушай, сколько много Фортнайта стало, раньше было несколько фигурок, теперь целый стенд для этого дела, офигеть, куча Фуриал, Нада Инфинити, слушай, полно, я в шоке, раньше было буквально 5-6 наборов, сейчас, конечно, огромный выбор, ну и Нерфы, разумеется. Гармити пакетики. Слушай, надо гармити на обзорчик, я думаю, опять взять будет. И нерфов куча. А вот нерфы по Фортнайту. Погнали к девочкам. Огромное количество кукол Лоу. Бэби-бончики. Кэнди Лукс, кстати, теперь тоже в Тойру есть. Щеночки, пирожочки. Куколки разные. И там я вижу холодное сердце. Круто, круто, круто. И бэби-бонов, конечно, полно. Все, погнали в детский мир. Ребят, нашел еще фанко-попов полно. И вот эти новиночки, смотрите, Monster Flex. Типа то же самое, но стоит дешевле. В два раза практически. Так, народ, я в детском мире. Но здесь на самом деле все плюс-минус одинаково. То есть товара вроде больше, да, ковбойской темы нет, Тойру. С другой стороны, она особо никому не нужна. Куча машинок. Машинок, конечно, в разы больше, чем в Тойру. Но и никто к вам лишний раз не подойдет. Те же бакуганы. Какие-то шпионские штучки. О, какой классный Hot Wheels, смотри. Блин, офигенный. Радиоактивный, крутая машинка. Она прям разбирается. Круто, мне очень нравится. Что еще? А, вот эти новенькие мотоциклы появились, смотри. Они давно уже есть. О, слушай, по 149 рублей. Нормально, кстати. Они стоили, когда, ну, по полной цене. 900 рублей – это безумие. 149 – вообще нормальная тема. Так, что еще? Ой, смотри, прикольно. Hot Wheels полиция. Нифига себе. Класс, мне нравится. Трассы. Банки. Пойдем туда, пройдем. Ну, это те же Infinity, мусор. Вот об этом я говорю, видите. Бейблейды. Вакманы. Нерфики. Всякое разное. Ну, вот это вот есть, окей, хорошо. Такого нет. Но это дорого стоит. Хотя, кстати, недорого. 349 рублей за набор. В принципе, нормально. Что еще, что еще? Вот эти роботы, я все пытаюсь их купить, но, блин, так дорого они стоят. По 1000 рублей. А что с ним делать? Марвел. Маска Венома, крутая маска. Прям вообще огонь просто. А что такое? А что такое? О, ребята, блин, ну опять вот 400 рублей, она максимально легкая. Она прям спинмастер делает. Вау, класс, и там вот такие фигурки. Слушай, огонь. Вот это вот крутая. Сейчас я ее сфоткаю для превьюшечки. Так, сходим дальше. Машинки, строительная техника. Здесь какой-то завал. О, пойдем посмотрим новеньких бот-ботчиков. Я хотел вот такой себе купить аппарат. Я не хочу за 2200. Пойдем теперь
к девочкам, потом Лего посмотрим. Оп. Куча всякого. Слушай, ну полно. Ой, прикольно, смотри, Скелетаун. А, это уже было, я думал, новая серия зомби. Смотри, распродажа Лос Китис. Кому надо. Вот эти вот Сильваниан тоже космические деньги. Я сейчас с них хожу и говорю, жалуюсь на цены. А как иначе? Дорого. Бэби Боны. Мари Хэр Доллаблс. Вот такая штука, друзья. У меня есть китайская. Скоро будет обзор на канале. Абсолютно максимально скоро. О, смотри, Свинка Пеппа. Хэнди Луки. Много-много всего. Еще куча детской одежды, смотри. Огромный просто выбор. Пойдем теперь в Лего. Мы так сегодня быстренько пробегаем. Куча всего, смотри. На столочке. Я так мечтаю об этой коробке. Крутые робобоксы. Я прям мечтаю о ней, но пока не могу купить. Опыты, химия. Что-то к празднику, мыльные пузыри. Лего. Полно Лего. Такое же оно. Не сильно оно отличается, в принципе. Я не вижу никаких новинок кардинальных космических. Маяк классный. Маяк я бы себе, конечно, замутил. Пойдем посмотрим. Не Лего, а аналоговое Лего. Где-то вот здесь должно быть. Так, смотрите, это Friends. Friends. А, вон, я вижу. Слубом. Вот, называется Слубом. Я забыл, как называется. Оп. Смотри. Куча всякого для девочек. Город-ферма. Автоклуб. Солдатики. Смотри, вот тут какие-то штуки еще есть. Есть еще Playmobil. За овер много денег. Это огромная база, смотри, как крутая. Вот. Ну ладно, погнали дальше. Друзья, короче, пришел Фамиль, здесь играет музыка. Мы сейчас прям быстренько. Смотри, что лежит. По максимальной распродаже. Туалетные рулоны. Какие-то такие плюшевые штуки. Тролли, Лего из Фикс Прайс, смотри. Что-то все разбросано, какой-то отвратный дисконт, если честно, друзья мои. Там еще огромная очередь, мне стоять тупо не хочется здесь. Посмотрим, быстренько пройдемся, убегаем отсюда. Мне тут не сильно нравится. Ну, короче, вот. Если заинтересует, напишите, но такое. Друзья, вот снаружи, посмотрите. Касино Парк, шикарными буквами. Мы сейчас идем в магазин ОКей. Друзья, пришли в магазин ОКей. Слушай, ну, в принципе, то же самое все. Те же Hasbro. С другой стороны, есть вот такие вот шарики. Кого найдешь? О, прикольно. Если интересно, пишите с него. Так. Как ты знаешь, 50 на 50 из Toy.ru и 50 на 50 из детского мира. Давайте все пройдем. Здесь у нас машинки. Футбол. Роблокс за безумно огромные деньги. Здесь у нас Барби. Куча Барби, я бы сказал. Лолы. Смотри, детская косметика Лол. Патруль щенячий Бубен. Пойдем дальше. Смотри, здесь у нас творчество, слаймы, лизуны и так далее. С этой стороны у нас Лего. Лего, конечно, здесь представлено меньше всего. Смотри, прикольно. Ловкий робот-кот. Интересно, что это такое. Конструкторы. Пойдем дальше. Мы сейчас обойдем. Смотри, памперсов гора. Пожалуйста. И здесь еще есть игрушки. Куча разного. Смотри, большой. Ой, ничего себе. Смотри, какой Hot Wheels. Я такого ни разу не видел. Конструктор Hot Wheels. Ничего себе, круто. Дальше. Настолки такие летние, зоопарк, машинки, техника. Ну, скажем так, ничего такого, чтобы я вот прям захотел прям сейчас сильно купить. Вот правда. Плюс стоит дорого. Смотри, там еще есть Lego Hot Wheels. Вот такие штучки. И пойдем еще посмотрим, знаешь, где? Вон там. Вон тут тоже довольно много интересного есть. Смотри, бластеры. Вот эти дешевые нерфы, кстати. Но они такие, знаешь, прям совсем из грустного. Вот этот прикольный. Этот классно, мне нравится. Смотри, два маленьких. И стоит, наверное... А, двушечку он стоит.
Так, скакалочки, смотри. Набор для пожарных. Такие штуки. Мечи. Бластеры, роботы. Смотри, The Flash. Вольтриек. Пауэрэнджеры. Бейблейды. Раньше, кстати, не было бейблейдов здесь. Серьезно говорю. Пойдем еще вот здесь посмотрим машинки. Машинки. И пойдем еще дальше. Пришел я к стоечке Hot Wheels. Тут так мало немножко. Но там еще есть маленькие нерфы. Есть еще хэтчималсы. Ребят, еще в Икее посмотри, сколько здесь свитбоксов. И смотри, сколько они стоят. По 250 рублей. Со скидкой типа 200. Офигеть они, конечно. Ну и мармеладки. Друзья, мы такое было видео. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Напишите в комментариях, кого мне купить и что снять на обзор. Всем удачи, всем пока-пока.